Всем привет, с вами Макс Гюнтер, мы продолжаем играть в Warhammer 40 тысяч Regicide. На очереди у нас шестая миссия. Так. Называется она «Поторопитесь», окей. Предыдущая была, да, с четырьмя конями. Ладно, давайте начинать. Так, окей. Слушаем. Well done, brother Theron. Orc forces. The psychic disturbance is growing stronger, more focused. It's jamming our signals. Throne curse these orcs! We must complete our mission quickly, so that we may reinforce Theron and his squad. Agreed. Blood Angels, advance! Так, давайте почитаем, что у нас тут по сюжету идет. Тактический сержант Террен. Командир, наши разведчики захватили бункер 383 и астропатическое реле. Капитан Дракомедис, молодец, брат Террен. Тактический сержант Террен. Ну или Террен. Докладывая о приближении сил орков к этому региону. Библиарий Бльдеседар. Пси-расстройство становится сильнее, более концентрированным. Они глушат наши сигналы. Капитан Дракомедис, будь прокляты троном эти орки. Библиарий Бльдеседар. Надо быстро выполнить это задание, чтобы им могли оказать поддержку. Чтобы мы могли оказать поддержку Террену и его отряду. Капитан Дракомедис, согласен. Капитан Дракомедис, Кровоангела в наступлении. Так, окей. Входящая передача данных. Штурмовым десантникам было поручено нелегкое задание. Быстро и эффективно пробить вражеские ряды и отобрать стратегически важную локацию у этих зеленокожих. Штурмовые десантники быстро передвигаются и весьма искусны в ближнем бою, но в лобовой атаке без должного планирования их перебьют очень быстро. Спланируйте свою атаку, используя их сильные стороны, и заберите то, что принадлежит оркам. Главная цель. Дойдите до целевой зоны противника с штурмовым десантником. Окей. Второстепенная цель. Выполните основную задачу в 5 ходов. Условия поражения. Все штурмовые десантники уничтожены. Окей. Так, значит, нужно у нас... конем дойти до зеленой зоны за 5 ходов. Ни больше, ни меньше. Окей. Вот насчет меньше не помню. Ну ладно. Так, ну что, давайте пробовать. В общем, есть такой план. Сначала вот этим десантникам пойти вот сюда, вот перед лутой, потом сожрать вот эту вот пешку. И далее вторым десантникам тоже пойти сначала сюда, а потом вот сюда. Вот, потому что если мы пойдем опять сюда, то нас сожрет тут конь. Вот. И у нас не получится 5 ходов. А если получается... Мы сначала этим путь расчистим. Это будет 2 хода. Потом мы этим сначала сюда, потом сюда 4 и конечный 5-й. Надеюсь, у нас получится. Firing on target! Let's get to it.
Главная тут проблема в том, как уберечь своих коней, штурмовых десантников, вот, и довести нужного до конца. Блин, чё ж в марш сегодня, е-мое. Лута сваливает по-тихому. Блин, вообще смотри, сейчас прошло по-другому. То есть я думал, он сожрет, но он не стал жрать. Но мне кажется, все равно лучше придерживаться плана. Но сейчас его все равно добьют, мне кажется. Если не убьют, то расстреляют. Ну вот и все. Собственно, да. Не так, так немножко иначе. Так, тогда пробуем вторым. Есть смысл вырубить, снять щит с вражеского коня. А, хрен там, промах. Так, ладно, тогда давайте добиваем пешку. Сделаем уворот на всякий случай, а жизнь и щит оставим напоследок. Получается, мы сейчас будем... мы сейчас сделали третий ход из пяти необходимых. Сейчас будем делать четвертый. Главное вот этим вторым пойти именно сюда, потому что если мы пойдем туда, куда пошел предыдущий, его сожрет конь. Так, давайте пытаемся вот этих вот вырубить. Нормально, самых опасных вырубили, в принципе. Так, ну все получается, последний ход и миссия завершена. Да? На самом деле это достаточно легко. Главное просчитать ходы и понять, что от нас, собственно, требуется. В общем, на самом деле одна из самых простых миссий в первом этапе. Вот. На этом все. Оставляйте комментарии, если вам понравилось данное видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Макс Гюнтер. Всем пока.